Вот проводится операция МЧС с казачьим обществом. Вот бутылочка плавает у нас. Вот здесь отметка. У нас лежит Mitsubishi Lancer 8. Вот. Без маечки человек. Вот его машину сейчас будем эвакуировать из Черного моря. Вот, поселок Головинка. Вот отсюда будем ее сейчас доставать. Вот, один спасатель автомобиля уже одевает ласты. Вот, это хозяин автомобиля. Вот этот у нас человек МЧС. Повернитесь, пожалуйста. Вот МЧС. Сейчас будем спасать автомобильчик. Вот она, бутылочка у нас плавает зелененькая. Вот тут я вам увеличу. Вот она, бутылочка. Вот здесь вот у нас отметка, автомобиль лежит. Чуть-чуть дальше еще один автомобиль лежит. Дальше еще один автомобиль лежит. Форд у нас здесь есть. У нас здесь есть Mitsubishi Lancer, который мы будем 8 сейчас доставать. Наша ВАЗ-2104, четверка русская. Duster Renault, два штуки здесь. Так что будем стараться сейчас доставать, пока мисть на сегодняшний день одну. Посмотрим, как получится. Начинается эвакуация автомобиля. Вот, начинает МЧС Головинского. Хватит тебе канат? Вот, вот хозяин автомобиля. Ну, совместное МЧС с казачьим Головинским обществом мы сейчас достаем автомобиль. Ну, пока мы пытаемся. Ну, мы надеемся, что мы его сейчас достанем. Вот, поставили маячок на вторую машину. Вот, наш МЧС сейчас обследует дно. Обследует дно. Ищет. Еще у нас в наличии, которые не найдены, 4 машины. Вот начинается подъем у нас автомобиля. Подъем автомобиля. Сейчас начинаем поднимать его лебедкой. Сейчас мы будем смотреть. Засосала, иначе она стоит нормально.
Это не здесь, это вот оттуда. Я понял, там, видать, крышу подрывает. Да, здесь все нормально. Сейчас, может, это самое, за передок зацеплю, под передок. Сделаю хомут, чтобы ее вот так вот поднять и тогда перетащить. Так, это упало, блядь. Ну, где-то там внизу найдется. Без матов. Крышка от матов. Сейчас. Дочь моряка, ты чего? Вот, вторая попытка перецепить дочь, автомобиль, потому что он заиленный очень сильно. Вторая попытка. Сейчас перецепим автомобиль. Сейчас я посмотрю, потом поднимусь, скажу. Вот, сейчас мы второй раз пытаемся это перецепить автомобиль, потому что... Вот. Сейчас перецепляем машину, потому что она очень сильно заилена. Приподнимет. И можно будет вторая волока работать. Сейчас мы его будем транспортировать к берегу. Хозяин, ты как? Нормально. Вот он, автомобильчик, прям его носик. Потихонечку подкасик заходит. Мы потихонечку двигаемся. Вот. Вот она, наша ласточка. Смотрите, вот. Красавица, ни крыши, ничего у нее нету. Так что вот такие вот дела. Съемочка заканчивается пока. Так, ребята, не будем сегодня вытаскивать машину. Походу лодка поломалась, потому что, смотрите, тянут ее теперь, привязал к себе мотоцикл и тянет лодку. Походу не будет, что-то сломалось она. Не будут вытаскивать машину. Ой.